Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и по просьбе одного из моих подписчиков я расскажу про вот такой вот таймер, как он работает. Этот таймер придумал я, ну там есть, конечно, видео у меня на канале, где я использую совсем другие таймеры, но концепт остается один и тот же, вот, но сама постройка таймера другая. Вот, ну, я более такую сбалансированную версию этого таймера вам покажу, то есть вот так вот он выглядит, он занимает очень мало места, я его использую во многих своих механизмах, вот, и мне он очень-очень сильно помогает. Ну что ж, давайте теперь мы его где-нибудь тут построим, этот таймер, так, давайте, я что-то тут не то взял. Так, в общем, мы ставим вот так блоки. В общем, для начала нам нужно поставить две воронки. То есть вот так. Две воронки. Теперь мы ставим наши поршни. Да. Вот таким вот образом. То есть один поршень мы ставим вот так. Вот. А второй поршень мы ставим уже чуть дальше. То есть вот здесь где-то. Вот. Вот на месте вот этого вот поршня. Точнее, нет, вот так. Вот, все верно. Вот так мы ставим. Теперь мы ставим здесь редстоун блок. Теперь тут мы поставим еще два блока, то есть здесь и здесь. С одной стороны компаратор поставим, и с другой стороны поставим тоже компаратор. Теперь, получается, здесь мы ставим наш, так сказать, блок. На него мы ставим редстоун факел. И сюда вот, где мы поставили редстоун блок, вот именно вот здесь. Также можно это сделать, естественно, поставить красный факел с этой стороны, вот, только тут схема чуть будет по-другому. Но концепт остается тот же самый. В общем, так, поставим тут. Берем, допустим, не знаю, давайте 10 возьмем алмазных блоков. Вот, и теперь мы ставим вот таким вот образом здесь блоки, то есть вот от этого факела. Здесь обязательно нужно поставить репитер без задержки. И здесь тоже репитер. Здесь поставим редстоун, и тут тоже поставим редстоун. Это нужно для того, чтобы у нас все хорошо работало. И теперь, смотрите, здесь мы, значит, ставим блок, и вот, как здесь. Потом мы берем, опять же, наш редстоун факел. И здесь выводим нашу дорожку. То есть вот. И вот так вот мы ее вывели, да. Ставим здесь редстоун. Здесь опять же ставим наш красный факел. И тут вот, вот тут уже мы можем выводить наш сигнал. То есть вот он вот так вот будет выходить. И там уже, куда вам нужно, он будет выходить. Сигнал подавать лучше вот сюда. Вот на это место. То есть на вот этот поршень. Его можно, естественно, подать сверху, то есть там сделать, сейчас я возьму блоки, там, допустим, провести редстоун по этому поршню, либо сбоку его вот с этой стороны можно активировать, с этой, естественно, не можно, тоже можно с этой стороны активировать, но я предпочитаю активировать его вот так. Вот, то есть, давайте проверим наш таймер, допустим, возьмем нашу лампу. Поставим две лампы сюда, и нам нужно, чтобы оно на определенное время загоралось. То есть время у нас, так сказать, как вам, определяется вот этими алмазными блоками, количеством алмазных блоков. Вот такая вот, как бы, схемка, давайте проверим ее. То есть вот, у нас перебрасываются 10 алмазных блоков сюда, потом они перебрасываются сюда. То есть это получается, как бы, у нас алмазные блоки, то есть 10 алмазных блоков у нас считается за 20, потому что они перекидываются вот сюда, 10, и потом обратно 10, и только тогда сигнал исчезает. То есть это тоже нужно учитывать, вот, то есть это, я тоже в многих своих схемах с этим путался очень часто, но все-таки я это, как бы, сделал. Вот, давайте еще раз проверим. Вот, как вы можете заметить, у нас все хорошо активируется. То есть, вот таким вот образом. Если мы, естественно, увеличим, допустим, на 20, то есть, то у нас получится будет 20 алмазных блоков, как за 40,
То есть это примерно будет, ну, секунд так 20-30 это будет длиться, то есть наш вот этот лампа будет гореть где-то секунд 20-30. Вот, как вы можете заметить, все хорошо срабатывает. Так, сейчас посмотрим. Вот, все у нас хорошо сработало. Я вам показал более стабильную версию данного таймера. Вот, то есть в других видео там они на некоторых версиях могут не работать. Я вам показал такую более-менее стабильную версию, повторюсь еще раз, вот, которая будет работать всегда. То есть это вот такой вот таймер. Я не знаю, есть ли такие на YouTube таймеры, но этот таймер придумал именно я. Я так думал и придумал. Вот, ну что ж, я думаю, вам это видео помогло. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер, всем удачи, всем пока.